Михаил Павлович Козырев, главный специалист по мульчированию. Снимай это. Когда Саша за них? Девушка, когда со мной? Саша, иди, снимай, я надиктую. Девушка, ты постоишь за минуту, ладно? Как это? Стой, я с папой. Тогда снимай. Это запущенное поле. Поэтому это поле необходимо привести в порядок для того, чтобы многолетние медоносные травы взошли весной. Для этого используется мульчеватор. Огромное спасибо Агроформату, который поставляет такую технику на российский рынок. Прекрасная, изумительная вещь. Самое главное, что три в одном. Скосил, измельчил. Не надо эту траву убирать, потом сгребать, убирать, утилизировать. Все.